Ну вот, друзья, наконец-то добрались до заключительной части видео «Мой коньяк-бар. Итоги 2021 года». Продолжаем обзор бутылочек. Первое, что под руку попалось. Готье VSOP. Покупал за 1300 рублей в ленте за 0,7 литра. VSOP французский, 1300 рублей. Я тогда обалдел от счастья, как так. Но вот что-то его, ну так, с переменным успехом. Кто хвалит, кто нет. Но обязательно откроем, обязательно попробуем. Просто почему-то никак руки до него не доходят. Вот, короче говоря, Готье, Майзон Готье, VSOP. Старой Кахети. На старой Кахети на троечку я снимал обзор. Мне очень понравился данный грузинский коньяк для трехлетнего коньяка. Он был для меня открытием. Ну, может быть, потому что я пришел в магазин и просто хотел взять что-то самое-самое дешевое, при этом не самое плохое, чтобы, ну, просто прилично выпить, ну, как прилично, ну, граммов 200-300 под фрукты, употребить коньячку или бренди. Хотел сначала бренди какой-нибудь дешевый взять, возможно, от Квинт, но вот попался на глаза старый Кахети тройка, мне понравился. И судя по тому, сколько просмотров на тройку на моем канале, а для моего канала это прилично просмотров, народ интересуется данным напитком, и на пятерку мы обязательно снимем, и на семерку снимем тоже. За сколько брал? Ну, рублей, может быть, ну, 500 максимум. Следующий — это Арарат Двин нового оформления, так скажем, в новом кузове. Вы знаете, я скептически относился к новому кузову, но одно дело смотреть на картинки, а другое дело держать в руках вот это вот произведение искусства. Это очень красивая, монолитная бутылка с широкой огромной пробкой, с таким металлическим колечком. Нет, здесь дело вкуса, друзья. Здесь тоже все хорошо. И в прошлом дизайне тоже все хорошо. Но этот дизайн, мне кажется, более сдержанным и более аристократичным. Вот, что ли, как-то так. Непременно побалую себя этим коньяком в новогодние праздники и поделюсь с вами своими впечатлениями. И, скорее всего, поделюсь сразу после выхода третьей части «Мой коньяк-бар. Итоги 2021 года». «Синий воин», «Старейшина», «Семерочка», «Сингл баррель», «Однобочковой», «45-градусный», «Испано-российский коньяк». Никак до него не доберусь, он у меня уже целую кучу времени стоит. Да надо его просто открыть и выпить с друзьями, и дело с концом. Ну и рядышком поставим более старшую версию «Старейшина Нобля», 18-летней выдержки. Конечно же, нет, там 18 лет выдержки. Но за 800 рублей чего бы не попробовать. Да и бутылочка такая презентабельная. Вот. И подарить ее хочется кому-нибудь. Красивая бутылочка, все супер, дизайн классный. И самому попробовать хочется. И все-таки второй вариант меня, скорее всего, пересилит. Я попробую обязательно вот эту вот Ноблю. Жан-Поль Шане. Я пробовал винишко этой марки. Ничего сверхъестественного в винишке не было. Но вот данный бренди XO очень даже хвалят. Говорят, неплохой напиток. Тем более, что, опять же, в своей любимой карусели он мне достался за что-то там 570 рублей за 0,7 литра. Ну, очень хорошая скидка была. Невозможно было мимо пройти. Дербент КВ. Коньяк выдержанный дербентского коньячного комбината. Ничего сказать не могу, не пробовал. Но вроде как хвалят. Вроде как напиточек неплохой. И брал со мной за минималку. Поэтому, ну, надежда оправдает, я думаю, на 100%. Ну и, наконец-то, друзья, заключительная бутылочка. Это «Дагестан 13 лет». Давайте я как-то вот все посимпатичнее расставлю.
Дагестан 13 лет. Данный напиток у меня давненько уже был на обзоре. Тогда я не сильно им восхитился. И вот, ну, буквально на днях, ну, неделю назад, прямо перед Новым годом, можно сказать, наткнулся я на него в Магните у своей работы. И наткнулся я по вкусной цене в 700 рублей за бутылку. И думаю, надо две взять. И взял две. Не знаю, видно, не видно за елочкой. Взял 2 по 700, ну, 1400 рублей за литр Дагестан тринашки. Это очень хорошая цена. Можно и подарить кому-то, можно и самому попить. Так тем более, может быть, еще и розлив удачный попадется, и коньяк безумно порадует. Друзья, на этом мой коньяк-бар подошел к концу. Выражаю вам огромную благодарность за просмотр ролика, за ваши лайки, за ваши подписки особенно, потому что меня смотрят 70 или даже больше процентов людей без подписок, что очень печально. В завершении ролика хочу сказать вам, точнее пожелать всего самого наилучшего, всего самого хорошего, чтобы у вас бар был как минимум не хуже, а то и лучше. Чтобы у вас на столах были вкусные напитки, чтобы вы их употребляли в меру. Ну, а мера у каждого своя. Ну и как всегда, друзья, берегите себя. Всем пока, до новых встреч.